Расскажу вам одну небольшую историю. История добрых дел, которая имеет продолжительность в год и 5 месяцев. Ну, где-то так. 1,5 года назад я поехал оказать историю добрых дел. Был большой потоп, если можно так сказать, когда затопило Херсон. И люди собирали кошек, собак на лодках и так далее. И этих кошек и собак привезли к нам в город, в Одессу, и привезли в приют, где девочки делали свое доброе дело. Их узнали все. Они собирали этих кошечек, и люди как-то подключились и начали приезжать, забирать их. Все было хорошо. Я решил тоже сделать доброе дело. Взял клетки, взял корм и приехал, привез туда же, где эти питомцы. При этом... Говорю, может быть, нужна ветеринарная помощь? Мне говорят, да, вот там есть кошечки, собачки, подскажите, окажите помощь. Я пошел обрабатывать, лечить и так далее. А на следующий день снова приехал лечить и оказывать помощь. И как-то подхожу к одной клеточке, а там сидит одна кошечка. И эта кошечка, думаю, ну так смотрит, и вижу, она вся такая наша. И я ее взял. Спустя год... И 5 месяцев моя кошка в зубах приносит вот такую вот радость, которую зовут Гоша, о которой вы тоже много знаете, кто наблюдает за нашими историями. И вот мораль: одно доброе дело порождает другое доброе дело, второе доброе дело делает третье доброе дело, третье, четвертое, и моя кошка, которой когда-то я дал, ну вот, дорогу в жизнь, принесла вот такого вот доброго друга. То есть твори добро, и добро тебе вернется. Вот такая вот история и вот такой вот маленький совет для некоторых из вас. Поэтому свою историю рассказал. Если есть ваши, пожалуйста, рассказывайте. Будем слушать и приятно удивляться. Будьте здоровы и всех благ!